моя гостья имеет такое помазание, такое присутствие Божье в ее жизни, что ваши духовные глаза откроются, и многие из вас впервые в жизни увидят настоящих ангелов. Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать в себе послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сидрот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Еще до начала программы я почувствовал присутствие ангелов. Моя гостья вызывает во мне чувство зависти, ведь она видит ангелов. Она мне сказала, что я видел ангелов в гримерке и по всей студии. А скажите, их было много? То есть расскажите мне, вот вы их видите. Я не знаю, я их только чувствую. Всего лишь несколько, но здесь у вас, да, их много. Да, я это чувствую. Вы открыты к этому? Я открыт ко всему, что от Бога, о чем говорит Библия, это то, к чему я призван. Но вы вызываете у меня чувство зависти в другой сфере. Родители ваши были верующими в Господа. Ваша мать была известна тем, что молилась за исцеление, когда вам было около 8 лет. У одного мальчика, сына доктора, обнаружили рак. И насколько серьезен был диагноз? Расскажите нам. Ну, это была очень серьезная опухоль, рак кости. И ему грозила ампутация ноги. Его повезли на ампутацию в клинику Майо. Но до этого моя мама молилась за него. И к тому времени, пока он приехал в клинику, опухоль исчезла, и ему уже больше никогда не надо было делать операцию. Так как это был сын доктора, то многие люди узнали об этом. Представляю себе. О, да, весь город. Это был маленький городишко, в котором я выросла. Точно. Все поголовно узнали об этом. Как же замечательно иметь такую наследственность. Да, это замечательно. А я вот так воспитывался в семье, что даже не знал о существовании Бога. Понимаю вас. Моя левая рука не знала, что делает правая, как в Библии говорится, выражаясь духовным языком. Позже, когда вам было уже 9 лет, дьявол явно пытался вас убить, потому что знал, что вам дано в будущем. Это был пьяный водитель, да? Я была маленькая и просила маму разрешения пойти на выпускной вечер в школу и посмотреть на выпускниц. И она разрешила мне поехать в школу на велосипеде. Я ехала на велосипеде по тротуару, а парень, который был пьян, тоже ехал к школе. И он сначала сбил меня, я слетела с велосипеда, а потом он меня переехал. Он это сделал из-за шока? На самом деле он просто был пьян. Он даже не понял, что сбил меня. В общем, меня отнесли домой. Пришел тот самый доктор и сказал, ее нельзя везти в больницу за столько миль, она может этого просто не перенести. И моя мама 3 дня сидела около моей постели и молилась за меня. На 3-й день я открыла глаза, и после этого у меня уже никогда не было никаких последствий аварии. Мне неловко признаваться в этом, но Джудит продолжает вызывать у меня чувство зависти. Она была в одном из моих излюбленных мест в Израиле, у садовой гробницы, и снова пережила встречу с Богом. Но вы же знаете, что верующие из неевреев вызывают чувство зависти у евреев. Я знаю это. Вы молодец? Я молодец, спасибо. Расскажите мне, что там произошло? Ну, я вместе с группой была у садовой гробницы. Не буду пересказывать всю историю, но я была девушкой, ищущей Бога. Мне было немного более 20. И одна женщина спросила разрешения помолиться за меня. И впервые в жизни я увидела такое сильное Божье сияние на человеке.
И я тогда подумала, что она только одна хотела за меня помолиться. Но оказалось, она была из группы туристов, и все они были наполнены духом. Вы сказали «сияние Божье». Объясните, что именно вы увидели? Это был свет, исходящий из нее, из ее глаз. Это было что-то вроде того, как на иконах изображали Иисуса и апостолов, когда свет вокруг них, да? Да, это было похоже на славу Божию. И я даже не знаю, как это назвать. И вы видели это на самом деле? Я видела это на самом деле. И когда я дала согласие на молитву, несмотря даже на то, что выросла в христианской семье, я нуждалась в большем. Я согласилась, и она подозвала 40 человек из этой группы. Они все были наполнены духом. И просто протянули ко мне руки с нетерпением, чтобы помолиться за меня. Иногда это пугает. Я знаю. Но не в вашем случае. Хотя меня это напугало. Они стали молиться за то, чтобы я имела переживание Бога еще глубже. И через какое-то время, не знаю, может быть, через несколько минут, я вышла из своего тела. И в следующий момент я поняла, что нахожусь где-то, не знаю, как назвать, где-то в другом мире, что ли. И я услышала голос Бога, который звал меня по имени. Он позвал. Джудит. Я знала, что не человек зовет меня, так как никто из тех людей не знал моего имени. И я сказала: «Да, Господи». Он сказал: «Я люблю тебя. Я всегда любил тебя. Ты моя». И я услышала чудесную песню, которую пели ангелы, и увидела такой яркий свет. Это были просто непередаваемые ощущения. И когда я открыла глаза, не знаю, как долго я там находилась, но уже никого не было. Не знаю. Возможно, я долго оставалась там стоять или что-то еще, но все уже ушли. И с тех самых пор... Вы испытали Божью любовь, да? Вот что мне это говорит. Я что-то читала в одной из ваших книг. Вы писали что-то о любви, как в воде. Я чувствовала, будто что-то выливается мне на голову и течет по всему телу. Я больше никогда с тех пор не чувствовала такое Божье присутствие, будто что-то сошло на меня. Его присутствие сошло на меня таким сверхъестественным образом. Это было не просто ощущение, это было чудесно. С тех пор он всегда был со мной. Я знаю, он был рядом. Затем она вернулась в Иерусалим и, по сути, работала в том саду. А когда он закрылся для посетителей, она вошла в гробницу и молилась. А потом она начала переживать присутствие ангелов и ангельской музыки. Представляете? Расскажите мне, пожалуйста, об этом, Джудит. Меня потянуло к этой гробнице. Я пришла и села во внешней камере. Знаете, садовая гробница состоит из двух камер. Одна, в котором находилось тело Иисуса, и другая, поменьше, внешняя камера. Такие гробницы были только у богатых. Когда я находилась во внешней камере и молилась, я чувствовала рядом ангелов. Я чувствовала их святое присутствие. Я слышала небесные ангельские голоса и их музыкальные инструменты. Они были неземные. А вы вроде бы не музыкант. Вообще-то музыкант. Ну да. Значит, когда вы говорите, что они неземные, то вы понимаете, о чем идет речь? Конечно, я играю на нескольких музыкальных инструментах. Мой сын музыкант, и моя бабушка была музыкантом. Те инструменты были не похожи на земные. И гармония, с которой ангелы пели хвалу Богу, тоже была необычная. После перерыва я бы хотел поговорить с вами об ангелах, которые сопровождают нас для нашей защиты. Я могу вам в доказательство привести две вещи. Первое, меня бы сейчас здесь не было, если бы не ангельская защита. И второе, прямо сейчас исцеляется чья-то спина и шея. Принимайте это. Это принадлежит вам. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. «Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом, одного нового человека». Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и Джудит Макнат, и мы говорим об ангелах. Вот одна потрясающая вещь. Когда Джудит учит об ангелах, говорит о них, то люди, которые никогда не видели их, не ощущали их присутствие, не имели в этом опыта,
начинают видеть их, ощущать их присутствие, их действия. Ангелы охраняют нас. Я знаю, что меня бы здесь не было в данный момент. Это верно. Не будь ангельской защиты. Расскажите мне о той ситуации, когда вы были в Израиле и шли в цветочный магазин. О, да, Бог столько раз спасал меня от опасности, и это был один из случаев. Мы с другом были в старой части города, которую называют Старый Иерусалим, и шли в новую часть города на молитвенное собрание. Я шла со своим другом в цветочный магазин на встречу с моей подругой Лин, и услышала голос, который все время повторял: «Не иди туда, стой, не иди туда». И голос был все настойчивее: «Не иди туда». В конце концов, я сказала своему другу, а мы были уже недалеко от магазина, но я все равно сказала ему: «Думаю, нам не стоит туда идти». А он сказал: «Давай помолимся». Мы взялись за руки и начали молиться. И через какое-то мгновение взорвалась бомба, которая была заложена в цветочном магазине. А мы стояли прямо перед этим самым магазином. И все, кто был в эпицентре взрыва, все были убиты. И картина была просто жуткой. И мое сердце просто разрывалось от жалости к тем людям. И вдруг я подумала, что моя подруга могла быть уже здесь, так как она никогда не опаздывала. Я всегда опаздывала, а она всегда была пунктуальной. А друг сказал: «Если Бог предупредил тебя, то ее он тоже должен был предупредить». Мы пошли на молитвенное, и она там тоже была. Я спросила ее: «Почему ты не пошла к цветочному магазину?» А она ответила, что услышала голос, который настаивал, чтобы она туда не шла. Она впервые услышала этот голос. Расскажите мне об исцеляющих ангелах. Это обычные ангелы, имеющие такое предназначение, или как? Но это ангелы исцеления в обычном понимании этого определения. Существуют ангелы, которые охраняют нас, и ангелы, которые ведут нас на духовные битвы. У нас есть и служение исцеления. И мы, и наши молитвенные служители, постоянно видим этих самых ангелов. Ладно, расскажите мне о том, когда у вас обнаружили рак матки, и об исцеляющем ангеле. Да, у меня был такой диагноз. Мне было 28 лет, когда сказали, что мне грозит удаление матки. Но я очень хотела замуж и хотела иметь детей. Я узнала, что в город приехал Фрэнсис Макнат. И мы с подругой пошли на домашнюю молитвенную группу, где он молился в тот самый вечер. Я сидела на стуле, а он положил руку мне на голову и молился, чтобы Бог исцелил меня. Нас было всего 5 или 6 человек. Я сидела на стуле, а моя голова постепенно откидывалась назад, на спинку стула. Я почувствовала, будто он слишком сильно давит рукой на голову. Я открыла глаза, чтобы попросить его не давить так сильно. Но его рядом не было. Он стоял посреди комнаты с поднятыми в молитве руками, и никто не стоял, возложив руки мне на голову. И так я узнала, что это был мой ангел. Я буквально долгое время не могла подняться со стула. Я была пригвождена к этому стулу до тех пор, пока Божья сила не прошла сквозь мое тело. И на следующий день я пошла к хирургу, который должен был делать мне операцию в Тампе. Он проверил меня и сказал: «Вы полностью исцелились. Вы не больны, рака нет». Как классно! Вам даже не надо было верить. Мне это нравится. Я знаю. Я молюсь о появлении исцеляющих ангелов, пока мы с вами здесь общаемся. Самое замечательное в моей истории было то, что мы потом поженились, и у нас 2 чудесных детей. Замечательных, любимых детей. Расскажите мне вкратце о том, как вы увидели 3 ангелов, и это было знамение того, что вы выйдете замуж за Фрэнсиса. Мы были в центре для уединения, потому что оба нуждались в этом. Это была Божья воля. И вместе молились в комнате. И пока мы молились, в доме появились 3 ангела. Один из них наклонился к Фрэнсису и что-то ему сказал. Но я знала, что это было. И когда мы закончили молитву, я спросила Фрэнсиса: «Ты услышал?» Я еще не сказала ему про ангелов. Он ответил: «Нет, пока нет». Он подошел к алтарю, пал лицом перед Господом и сказал: «Я не сдвинусь с этого места, пока не получу ответ, что я должен делать». И он услышал, что ему было сказано о женитьбе, и что именно я буду его женой. Расскажите мне о том, как вы были на одной из конференций, и как комната в буквальном смысле изменилась. Это было что-то необыкновенное. У меня есть записи об этом от нескольких человек. Мы были на той конференции. Такое происходило не раз по всему миру.
камеру. Мы были на конференции, и вдруг задняя стена помещения исчезла. У нас было служение исцеления. Но вы не были единственной, кто это видел? Ну, конечно, нет. По крайней мере, 6 или 8 человек увидели это. Они записали, что видели. Иисус, возникла золотая лестница, как будто комната исчезла, и появилась золотая лестница. И к нам по ней вышел Иисус в окружении сотен ангелов. Он подошел к каждому, у кого была какая-либо болезнь, и возложил руки на них. А когда он отходил от человека, ангел занимал его место и оставался рядом с ними. И у нас было очень много исцелений. Я как раз хотел у вас спросить вот о чем. Чудесно, когда молятся ангелы. Но каковы плоды этого? Вот о чем спрашивают люди. Потрясающее исцеление. У нас были больные раком, болезнью Паркинсона, диабетом. Несколько людей встали с инвалидных кресел. В тот вечер было необычайное служение исцеления. Мы сейчас уйдем на рекламу, и я верю, что после этого, когда вы немного расскажете нам об ангелах, многие из наших зрителей получат исцеление. Я прямо слышу это. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Во все века ангелы были посланниками Божьими, защищали, исцеляли и утешали Божий народ. Иногда их присутствие было похоже на легкое дуновение ветра, а иногда они являлись сияющими, как солнце. Когда вы начинаете постигать, насколько они важны Богу, перед вами открываются возможности встречи с миром ангелов и переживания Божьей любви. Через мгновение в программе «Это сверхъестественно». Сид Рот раскрыл секрет мирового пробуждения. Пришло время достичь еврейский народ Божьей любовью. Иисус Мессия разрушил преграду, разделявшую евреев и язычников. Двое стали одним новым человеком, чтобы завоевать весь мир. Божий метод достижения еврейского народа чудесами и знамениями. Поэтому на нашем веб-сайте есть средства для вашего снаряжения, чтобы вы двигались в чудесах и знамениях, понимали Израиль и еврейские корни церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. С вами Сид Рот и Джудит Макнит. Я попросил ее рассказать нам немного об ангелах, потому что это буквально открывает духовные глаза у людей, и они начинают видеть ангелов, они начинают их ощущать. Вы почувствуете, как что-то прикасается к вашей голове. Это не сила воображения. Нет, это ангел. Между прочим, я разговаривал с Джудит, и мы оба пришли к согласию в том, что Бог посылает ангела каждому человеку. Я верю, что ваш ангел ждет момента, чтобы проговорить вам, и он хочет помочь, чтобы обетования Божии исполнились в вашей жизни. Джудит, в основном ангелы являются в трех обликах. Пожалуйста, объясните это с точки зрения Библии. Действительно, они приходят в трех разных обличиях. Эти формы также описаны в Библии. Первый — это то, о чем мы сегодня говорим, в виде духа. В Библии можно найти их описание. Они очень сияющие, огромных размеров, имеющие вид духа. Они излучают яркий свет, они как молния. В Библии имеется одно такое описание — свет в глазах, любящий взгляд. В этой форме они имеют огромные размеры. Второй — это человеческий облик. Знаете, в Библии написано, что мы должны быть странноприимны, так как это может быть ангел. Конечно, Библия пестрит историями о людях, которые были на самом деле ангелами, но имели человеческий облик. И эти ангелы имели специальное задание — защищать кого-то или помогать кому-то. И когда задание было выполнено, они исчезали прямо на глазах. Просто растворялись, как будто их и не было. Кстати говоря, об исчезновении. Перед тем, как мы рассмотрим третий облик, расскажите мне об Эдне. О, Эдна! Это потрясающая история. Эдна была чудесной женщиной. Ей было 70 лет, и она добровольно посвятила нам 1,5 года своей жизни, путешествуя с нами, присматривая за нашими детьми, так как мы все время были в разъездах. И как-то ночью она сама вела машину. Она была одна и молилась о защите. Но у нее спустило колесо, и она встала на обочине дороги. Никто не останавливался. Тогда она сказала: «Господь, пожалуйста, пошли мне необходимую помощь».
И через мгновение остановился старый ржавый грузовик-пикап. Невероятно, как он еще мог передвигаться. И из него вышел симпатичный блондин, одетый в голубые джинсы и футболку. И у него были такие светящиеся голубые глаза и такая улыбка, что они сражали наповал, как она выразилась. Он подошел к ней, но не сказал ни слова. Он просто присел и начал менять колесо, молча. А Эдна смотрела на него, не отрываясь, потому что поняла, что в этом было что-то особенное. И она сказала: «Я знаю, кто вы». А он смотрел на нее и улыбался. И когда он закончил работу, она попыталась с ним заговорить, но он промолчал и сел в грузовик, припаркованный прямо за ее машиной. И вдруг парень и его пикап исчезли прямо у нее на глазах. Как будто их и не было. Она смотрела прямо на грузовик? Да, она смотрела прямо на него. То есть она бы заметила, куда он уехал? Разумеется, но он просто растворился. И с тех пор, как с Эдной произошла эта история, я слышала еще примерно 20 или даже 25 подобных свидетельств от людей об ангеле на ржавом пикапе. Так что он повсюду. Звучит так потрясающе. А теперь расскажите о третьем облике ангелов. Третий облик — это, как вы сказали некоторое время назад, когда мы их не видим, но можем ощущать их присутствие. Они невидимы, но находятся рядом с нами. Мы даже можем чувствовать руку на плече или на голове. Если болит спина, мы можем чувствовать, как кто-то прикасается к тому месту, в то время как больше никого рядом не видим. Это действует как бы успокаивающе, потому что ты можешь ощущать присутствие. Когда рука касается тебя, ты не видишь этого, знаешь, что это ангел. Должен вам сказать, на протяжении всей программы я чувствую присутствие ангелов. А какие это ангелы, которые с нами? О, вы чувствуете присутствие ангелов исцеления. Если бы я догадался, то сказал бы то же самое. А вы можете помолиться сейчас и высвободить это на тех, кто смотрит нашу программу? Не могли бы вы это сделать прямо сейчас? С радостью, разумеется. Господь Иисус, мы очень благодарны Тебе за Твое присутствие здесь. Мы благодарим Тебя за всех тех, кто смотрит нашу программу, прямо сейчас. Особенно за тех, кто страдает от каких-либо заболеваний в теле или душе. Отец, мы молимся сейчас за Тебя, за то, чтобы Ты послал исцеляющих ангелов туда, где они сейчас находятся. Господь, мы молимся о том, чтобы они перенесли эту исцеляющую силу от Тебя, от Твоего престола, Господь, прямо в их тела. Господь, мы молимся особо за исцеление спины, сверху донизу, прямо сейчас. Проблемы с позвоночником. Я слышу хруст, чья-то спина выравнивается. Позвонки встают на место. Сколиоз — вот одна из проблем. Мы до этого чувствовали, что Бог исцеляет от сколиоза. У кого-то из вас может быть ощущение сильного тепла, у кого-то ощущение прохлады. Итак, мы молимся, Господь, прямо сейчас, во имя Твое, чтобы все спины пришли в нормальное состояние, и все люди, которые смотрят нас прямо сейчас, Господь, получили бы исцеление от Тебя, которое Ты посылаешь через Своих ангелов. Я слышу сейчас, что здесь есть люди с артритом пальцев. Пошевелите своими пальцами, и вы увидите, как входите в свое исцеление. Сердца, которые неровно бьются, раненные от боли. Я говорю о душевной боли. Я говорю о сердечных муках. Прямо сейчас вы получаете освобождение. И другие люди тоже сейчас получают освобождение. Кто-то прямо сейчас, в эту минуту, получает новое сердце. Ох, такая сила на исцеление спины и шеи. Она присутствует здесь. Но когда вы сказали о сердцах, я вспомнила место Писания Исаия 61, где он пришел исцелять сокрушенных сердцем. И нас сейчас смотрит очень много людей, которые страдают от сокрушенного, разбитого сердца. Господь, мы молимся сейчас за исцеление разбитых сердец. Знаете, Сид, ангелы принесли Иисусу ободрение и утешение. Помните? Они принесли Ему утешение, укрепили Его, и Он смог выдержать. Итак, мы молимся сейчас, чтобы эти ангелы исцеления дали вам силы, душевные силы и исцеление вашего сердца. Знаете, моя любимая библейская история про ангела, который пришел к Мариам или Марии, его звали Гавриил, и он объявил ей, что она родит сверхъестественного сына Иешуа, Иисуса,
помазанника Божьего. И этот помазанник прожил совершенную жизнь как человек и умер за вас. Если вы поверите всем своим сердцем в то, что Он умер за все ваши грехи, за все ваши болезни и боли, за душевные раны, травмы, нанесенные вам в жизни, осуществите этот обмен. Зачем вам находиться в темнице? Давайте, выбирайтесь оттуда и побыстрее. Сделайте Иисуса своим Мессией и Господом. Он пришел освободить вас, поэтому выбор исключительно за вами. Просто изберите жизнь и доверьтесь ангелу Господнему, чтобы он привел вас к Господу. Во все века ангелы были посланниками Божьими, защищали, исцеляли и утешали Божий народ. Иногда их присутствие было похоже на легкое дуновение ветра, а иногда они являлись сияющими, как солнце. Когда вы начинаете постигать, насколько они важны Богу, перед вами открываются возможности встречи с миром ангелов и переживания Божьей любви. Через мгновение вы узнаете больше в программе «Это сверхъестественно». Смотрите в следующем выпуске. Мой гость говорит, что когда он встречается с такими вещами, как страх, депрессия, безысходность, когда он проникает в тайну древности, то в 100 случаях из 100 они обязательно уходят и навсегда.